Наша эпоха полна тьмы и крови. Боги жестоки, а мы их игрушки. Но это не игра. Это вечная война. Война, где победителю достанется старый свет. Победы жаждут многие, но лишь один народ будет увенчан лаврами. Из бесплодных земель катится зеленая лавина орков и гоблинов. Ее надо остановить. В Сильвании вновь пробудились мертвецы. Во главе легионов нежити встали графы вампиров. Королевство гномов, пришедшие в упадок, возрождаются под властью Верховного Короля. В сердце Старого Света стоит Империя. Пусть Карл Франц докажет, что достоин молота. А еще есть хаос, который оскверняет и изменяет все, чего коснется. Выживет лишь сильнейший. Грядет война. Она вечна. Привет, сегодня мы поиграем в игру под названием Total War Warhammer. Это стратегическая игра, объединяющая походовую кампанию, в которой нам предстоит строить собственную великую державу и эпические битвы в реальном времени. И, разумеется, действие этой игры происходит в яркой и необычной фэнтезийной вселенной Warhammer, которую многие очень любят. Ладно, новая кампания под названием «Старый свет». Готовьтесь, мир содрогается под ногами бесчисленных армий, марширующих в горнило вечной войны. В кампании «Старый свет» вам предстоит возвысить свою расу над мерзавцами, узурпаторами и многочисленными врагами, стоящими на пути к победе. Проявив государственный и полководческий талант, вы сможете взять в свои руки судьбу всего Старого Света. Отправляйтесь навстречу вечной войне и мимолетной славе. А я не могу заранее выбрать расы. Три расы у меня не открыты, потому что надо покупать дополнения. Какие-то у меня... Какие-то приобретены. Гномы, Империя, Бретония... Зеленокожие кровавые руки. Вообще, я читал в отзывах, что орки здесь достаточно слабые по сравнению с остальными. А так бы я выбрал орков. Есть еще вампиры. Вот, все. Блин, я не знаю, может вампиров взять? Каких-нибудь. Я хочу вампиров, ладно. Так и быть. Повелители нежити. Базовая сложность средняя, а здесь высокая. Поэтому пусть будет средняя. В эту игру я никогда не играл. Как и, в общем-то, в Total War. Поэтому погнали. Выбираем себе, видимо, предводителя. Кто покруче?
Начальные отряды меняются от этого. Я в них вообще не разбираюсь, если честно. Вот этот похож на того, кто любит воевать в ближнем бою. Ладно. Возьму вот этого. Он выглядит неплохо. В компании этого лорда не предусмотрена вступительная битва. Нет. Тогда давай возьмем вот этого. Война вечна. Она неизбежна, как могила. Могила, где догнивает труп старого света. Есть глупцы, что стремятся его сохранить. Но есть и те, кто хочет погрузить мир в вечную ночь. Я храню знания тех, кто на это способен. Вампиров графского рода фон Карштайнов. Мой господин Манфред снова воскрес из мертвых. Он направляется к древним руинам фамильного замка Дракенгоф. Ибо я сообщил ему, что в них обосновался некий высший некромант. Манфреду предстоит вернуть родовое гнездо и либо уничтожить захватчика, либо подчинить его своей воле. Выходи из моей крепости и преклони колени перед новым хозяином, ничтожный лич. А почему здесь озвучки нет? Это же так классно было. Камни Дракенгофа скреплены моей кровью, а твоя скоро прольется на землю, когда я оторву тебе голову. Смотрите, смотрите, мой господин, ваши воины атакуют. Да, супер. Только погоди секундочку. Да, супер. Я совсем немножечко прибавил звук. Мой господин, ваши воины атакуют. Я не могу этими же управлять, это просто союзники какие-то. Но у меня есть и своя армия. Или нет? У меня только вот это? Так, на поле боя вы командуете отрядами, а не отдельными бойцами. Выберите один отряд, щелкнув левой кнопкой мыши. Чтобы приказать выбранным отрядам переместиться, щелкните правой. Ну, это понятно. Бег два раза. Но тут самое время бежать. Можно посмотреть, что у них там происходит. Наш мужичок бежит. Для просмотра более ранних рекомендаций советника используйте кнопки истории советов. F1, ну это как всегда. Пусть они узнают, что фон Карштайн снова правит Сильванией. А что за натиск? Натиск дважды щелкните правой кнопкой. Не, давайте просто воюйте. Наш мужичок вот дошел. А, не, давайте натиск. А то эти перестали бегать.
Как-то они странно здесь лупасятся. Давайте, давайте, лупасьте их. Это вонючие скелеты. Мы должны их, по сути, очень быстро раскидать. Все нормально. Враги рассыпаются в прах. Ой. Продолжайте наступление. Развейте их по ветру. Кого, этих тоже мне лупасть? Ну, давайте поможем нашим союзникам. А то они, видимо, не справляются. Ворота-то открыты. Можем легко туда забежать, но я помогаю союзникам. О, вот этих мне тоже отдали. Чтобы приказать выбранным отрядам занять строго определенные позиции. Пробел, чтобы увидеть, куда они идут. Не, все, идите в город, вы чего? Да, кто куда, заходите, воюйте. Я не против. А вы чего? Вы тоже идите? А почему они пошли туда? Вы чего, бакланы, что ли? Сюда идите. Вы думаете, вам не хватит места, что ли? Вы больные. Вы больные. Я не хочу, чтобы вы перлись туда. Вы чего? Стебетесь? Магия может переломить ход битвы. О, темный лорд, пусть ваши могущественные чары обрушатся на врага. Так, маги, значит. Маги могут применять могущественные заклинания. Выбрав отряд, способный к чародейству, вы увидите список доступных заклинаний. Выберите отряд Манфреда, чтобы увидеть список доступных заклинаний. Вот это они? Блин, я хочу, чтобы вы все зашли сюда. Идите, деритесь. Что у него за заклинания-то такие? Эффект наносит магический урон, эффективность против крупных целей. Господин, личным примером вы можете вдохновить бойцов на победу. Используйте свое влияние и способность. Давай. Вот по этим ударим. Что-то, мне кажется, не сработало. Нет прицела, если достигнут предел восстановления здоровья. Что это делает? Союзник оживляет мертвых бойцов, восстановление здоровья бойцов. А я могу все отряды выбрать? Идите лупасьте их. И вот этих лупасти, я не знаю, деритесь как хотите. У меня очень глупо расположены войска, они все в одной куче. Вот этот здоровяк, иди лупай здоровых, может. Потому что чего ты маленьких-то бьешь? Он меня даже не слушает, я ему приказал вот этого лупить, а он бегает, раскидывает. Сейчас посмотрим, что произойдет. Да, ничего. Такая себе атака, если честно. Посредственная достаточно. Как выбрать сразу все отряды? Так, верховные воины идеально подходящие для быстрых маневров. Натиск всадников, особенно с фланга или тыла, ощутимо подрывает дисциплину. Уязвимы для копий, теряют эффективность. Кто? Верховные воины? Это вот эти, которые на нас идут? В атаку, блин. Не будем их обходить, сразу начнем вот так врываться. Лупасить. Блин, а почему я не могу ближе приблизить?
Тут очень странное место, у меня камера не может нормально опуститься. А что если мы используем способность? Сейчас посмотрим, как это все работает. Или он уже пальнул? У меня и маны нет? Или что? Почему это теперь так быстро перезаряжается? А, все нормально. Блин, у меня бойцы в основном просто стоят. Я не знаю, почему они не хотят вот здесь обойти. Или что с ним не так. Вот этот отряд где? Сзади. Он с кем-нибудь воюет? Нет, идите сюда. Вы можете пройти? Они не могут пройти. Возможно, стоило их реально послать в обход. Я не знаю. Возможно, это был бы хороший вариант. Блин, я на врагов нацелиться не могу. Где вот этот отряд? Ты можешь их подхилить? Все, бегите сюда, все сюда. Раз вы всех раскидали... Нет, не всех. Они не всех раскидали. Блин, я не пойму, почему они добить не могут? Почему они бегут в обход? Они такие непослушные. Ладно, вы идите сразу сюда, воюйте тогда. Если так хотите. Прислужники этого выскочки убрались от вашего замка. Победа! Вы выиграли эту битву, но не радуйтесь, едва ли боги будут благосклонны к тому, кто был так близок к поражению. Вы что, обалдели? Благодарю за предложение бессмертия, мой повелитель. Но я, с вашего позволения, воздержусь от поцелуя крови. Живым я принесу вам больше пользы. Ты чего, вздумал шутить, что ли, Лашпед? Карт-компания. Это театр военных действий, на котором можно создавать, наблюдать, контролировать, уничтожать армии и целые фракции. Мир игры делится на провинции, в каждой из которых есть несколько поселений. Эмпельговский наглец бежал в свою крепость. Дракенгов снова в безопасности, однако враги не дремлют. Смотрите сами. Да, я вижу. Ван Крюгер отступил в замок Темпельгов, который он по глупости считает своим. Пора объяснить ему, что он не прав. У меня здесь задание, разведайте важные позиции. Путь на запад перекрывает Шварцхафен. В прошлом его темные лорды враждовали с Ван Крюгером, а сейчас с интересом посмотрят на вашу борьбу с ним. Со всех сторон меня зажали. Горные перевалы на юге стерегут гномы. Они не любят таких, как вы, и ударят при первой возможности. Да мне тоже что-то гномы не нравится. Я бы на них сначала напал, на самом деле. Ван Крюгер всего лишь возомнивший о себе некромант. Пора поставить его на место. Начинайте наступление на Темпельгов. Отберите у этого лича его земли и обратите его мертвецов против него самого. Я вообще-то хотел напасть на гномов, ну ладно. Как армию-то выбрать? Так, прикажите армии идти к замку. А они у меня все выбраны? Да, наверное, все, потому что тут один чувачок. Мне, видимо, нужен второй лорд. А вот здесь какой-то глаз. Ладно. Сюда идем. Погнали на захват. Отлично.
Некромант наверняка шпионил за вашими маневрами и уже планирует ответные действия. И? Почему я должен на галочку нажимать? Ряды вашей армии заметно поредели, но, к счастью, для вас это не проблема. Призовите павших под свое знамя. Пусть на врага пойдут его же собственные воины. Чтобы пополнить выбранную армию новыми отрядами, воспользуйтесь панелью найма, которую можно открыть с помощью. С какой помощью? Так, нанять отряды. Зомби или воины-скелеты. Вот это что такое? Цена, содержание. Зомби вообще, видимо, лохи, да? Пушечное мясо. Тут так и написано. Наймем вот этих. Пока некроманты оживляют трупы, ваша армия должна стоять на месте. Скоро в ее ряды вольется множество мертвецов. То есть это еще и время идет. Так, чтобы добавить отряд в очередь подготовки. Когда вы нанимаете отряд, эта сумма начинает вычитается из вашей казны. А где моя казна? Повелитель, в ваше отсутствие замок Дракенгов пришел в запустение. Но сейчас, после возвращения фон Карштайна, пора вернуть ему былое величие. В поселениях можно возродить постройки, которые дают различные преимущества. Выбрав одно из поселений, вы увидите панель сведения о провинции. Да я же нажимаю. Дальше. Что вы хотите? Кладбище мне надо построить. Что это дает? Самый очевидный источник сырья для любого некроманта. Позволяет нанимать отряд воины, скелеты, зомби. То есть я без кладбища не могу нанимать? Да у меня есть кладбище, видимо. У меня доступно улучшение. Вот это. Не? Просто здесь один, там два. Что они от меня хотят? А, на галочку нажать. Задолбали. Создав новые места упокоения, вы получите больше душ для оживления мертвецов. Отдайте нужные распоряжения. Да вы обалдели? Улучшите кладбище. Я и так хотел его улучшить. 2000. А где мои очки? А, вон они сверху. Что мне это даст? Стражи могил, скелеты-копейщики. Давай качнем. Отлично. Строительство начнется немедленно. Господин, вам следует расширять свои познания в запретных искусствах. Пусть самые хитроумные из ваших слуг займутся разработкой новых методов войны. Я надеюсь, его слышно? Надо проверить звук. Ладно, я на милипизер прибавил буквально технологии. Нечестивый бестиарий или... А, у меня здесь много. Что это дает? Книга. Стоимость найма 10%. На 10% ниже. Содержание ниже. Рост. Доход. Сила оружия. Блин, ну я не знаю. Вот это, например, мы нажмем, да? У меня есть какие-то очки? Или это типа я могу... Вот, 3 хода исследовать. После 3 ходов я могу выбрать что-то новое, правильно? Этот фолиант входит в число 9 книг Нагаша. В нем описаны ритуалы пленения злых духов и вызова упырей, а также наделение подобных созданий ужасным могуществом. Ну давай. Замечательно. Эти знания, несомненно, принесут вам пользу. Мой господин, дела на сегодня окончены. Посмотрим, что предпримут наши враги. Нет, я не хочу пропускать ход. Время на карте компании измеряется в ходах. Нажмите кнопку «Конец хода», чтобы продолжить игру. После этого остальные фракции займутся перемещением армий, наймом войск и другими действиями.
А мне вот надо отдельно убивать лорда и отдельно захватывать замок? Или нет? Ладно, давай, конец хода. Посмотрим, нападет ли кто-нибудь на меня. Видимо, там очень много различных уродов. Да, они нападают. Осознав шаткость своего положения, Ван Крюгер выслал армию нам навстречу. Ее мертвецы могут стать нашими в атаку. Чтобы приказать выбранной армии атаковать вражеское войско или поселение, щелкните по цели атаки правой кнопкой мыши. Так, нападите на врага, задание получено. Темпель Говских выродков надо добить, пока они не пришли в себя. Еще одна победа над Ван Крюгером, и его земли останутся без защиты. Вот именно. Разгромить в бою армию, принадлежащую этой фракции. Темной магии плюс 1000 будет. Вот это что такое? Приблизиться к точке. Ладно, я согласен. Время от времени заинтересованные стороны дают вам задания. Вы можете в любой момент просмотреть их список. Я хотел всего лишь приблизить, а у меня какая-то суматоха началась. А я не могу перевернуть камеру? Ну ладно, погнали. Да блин! Я говорю, погнали. А, надо галочку, что ли, опять нажать? Да не, зашибись. Но он не атакует. А, вот. Да блин, погоди. Надо прям на флаг наводить. Грядет битва. Тщательно оцените свои шансы. Враг уже близко. Скоро прольется кровь. Но мы должны победить. На панели подготовки, которая появляется перед началом битвы, перечисляются различные варианты действий, например, немедленная атака или отступление. Узнать о назначении каждой из кнопок можно из ее всплывающей подсказки. Так, командование битвой. Вы лично возглавите свои войска на поле боя. Авторасчет. Если вы полностью уверены в своем превосходстве, в случае личного командования битвы ваши шансы на победу намного выше. И отступить. Вообще у него очень мало воинов, и у него нет носа. Ему его кто-то отрезал. У меня нереально большая армия. У него вообще вот пушечное мясо. Правильно? Лошпеды вот эти, зомби. Потом какие-то воины-скелеты и лютые волки. Поэтому можно и авторасчет сделать. Вы победили, мой господин. Победа. Пришло время решить, как мы поступим с пленными. Иногда выгоднее проявить милосердие. Стоп, а пленные это вот эти 24 или что? Наоборот, жестокость. После битвы победителю предлагается совершить определенные действия. Например, казнить или отпустить пленников. Варианты таких действий перечислены в панели итогов битвы. Вернуть пленных. Пленные отправятся по домам, целые и невредимые, разумеется, за оплату. Противник будет благодарен, и вы сможете продолжить свои интриги. Не, это бред, вы чё? Убить пленных. На вашу армию будет наложен эффект убийства пленных. Нежить пирует на трупах павших. О недавней битве. Дисциплина плюс 4. Или проботить пленных. Давай проботим. Получаем свою заслуженную награду. Темную магию. 1000. Мой господин, ваши верные слуги со временем набираются опыта. Направляйте их развитие так, как считаете нужным. Благодаря недавним успехам повышает свой ранг до 2. За успешные действия на карте кампании лорды, герои и другие персонажи могут получать очки навыков, и эти очки можно потратить на приобретение новых навыков для персонажа. Ваш персонаж получил очко навыков. Окей. Окей. А куда для этого надо зайти? Сейчас весьма уязвим, темный лорд. Захватите его, чтобы открыть новый фронт на севере. Так, Ван Крюгер оставил Эшен без защиты, накажите его за эту ошибку. То есть там вообще нет никого, что ли? Приобретено спутник. Вампиры нередко подчиняют себе духов, утративших связь с миром живых, но избежавших объятий Мора. Хорошему полтергисту всегда найдется применение.
Общий порядок плюс один. Это провинция. А как прокачать лорда? Ранг. То есть сначала я должен вот эту прокачать, да? Беспокойные мертвецы. Дальность перемещения по карте компании плюс 10%. Или влияние на дисциплину. То есть дисциплина — это если они начнут убегать или не слушаться меня? Восстановление минус 50% для похищения души. Я просто без понятия, что качать. Постоянная способность голод. Что это делает? Эффекты восстановления здоровья бойцов. Давай качнем вот это. Все, ты пошел живо сюда. Он дойдет вообще? Он не дошел. Мой господин, ваша армия не может идти дальше. Ей нужен отдых. Так, перемещение армии. Значит, конец хода, правильно? Блин, вдруг на меня нападут? Как же много там вообще всех? Какая это карта по размерам-то? На меня нападают? Ты чё, козлина? А как он дошел? А задний он оставил замок? Вы и вам подобные — настоящий кошмар во плоти. Обуздайте силу мертвых, и вы будете непобедимы. Вампиры, полуночная аристократия испокон веков вселяет ужас в сердца смертных рас. Из своих владений в глубине Сильвании вампиры нападают на живых, собирая огромные армии ходячих мертвецов. Если вам понадобится помощь, я к вашим услугам. Можете рассчитывать. Так, если вам понадобится помощь в ходе кампании или битвы, щелкните по кнопке справочной системы. Погоди, ты. Может, ты пойдешь сюда? А не туда. Атак! Мой господин, вражеский город хорошо укреплен. Чтобы сокрушить его стены, понадобится мощное оружие. Готовьтесь к долгой осаде. То есть я могу проиграть? Так, если вы начнете осаду вражеского поселения, на экране появится панель осады. С ее помощью вы можете выбирать различные варианты действия, а также, если поселение укреплено, строить осадные орудия для предстоящей битвы. Сражаться, авторасчет, снять осаду, продолжить осаду. А давай продолжить осаду. Или нападаем. Блин, а где мои шансы на победу? Вот это что такое? Я хочу попробовать, что такое продолжить осаду. Надо было нападать. Вот это что? Магия сводка. Конец хода. Завершить ход. Остались незавершенными следующие вопросы. Вы пытаетесь осаждать поселение без осадных орудий. Давай ты просто нападешь. Окей, давай будем сражаться. Мой господин, ваши воины готовы вступить в бой. Они ждут ваших приказов. Развертывание. В ходе фазы развертывания командиры армии расставляют свои отряды для предстоящей битвы. По окончании этой фазы начинается бой. Блин, что случилось с камерой? Как это работает? Это так тупо. Так, ну вот здесь у них есть ворота, да? По сути, можно было бы напасть с двух сторон, ну ладно, нет, мы пойдем чисто отсюда.
сыграть. А что значит сыграть? Начать развертывание, начать битву. Вот это странно. Ядра магии, типа, у меня ее меньше стало. Мой господин, мы должны прорвать их оборону. Чтобы приказать. Штурмуйте стены. А почему они так далеко атакуют? Вы че, стебетесь? Чтобы приказать выбранному отряду пехоты быстрее использовать штурмовые лестницы, щелкните по вражескому укреплению правой кнопкой мыши. Вы. Идите вот этих бейте, наверное. Вы. Сюда, вы. Сюда, вы. Сюда, вы. Сюда, сейчас будет великая битва. Ты. Круши ворота. Сейчас у нас будет настоящая осада. Ну а это тупые зомбаки, да? Еще и скелеты. Ну, здесь нельзя забраться, да? Вы куда идете? Они тоже идут ворота штурмовать. Разворачивает лестница. Вот эти у нас воюют. Вообще, я легко здесь мог бы провести автобой, но какой смысл тогда играть в эту игру, если постоянно совершать автобои? Уж лучше сражаться самому, улучшать свои навыки. Но вот эти у меня чисто отвлекают. Хороший отряд. Главное, не умирайте, пожалуйста. Вот этот продолжает выламывать. Нормально, они сейчас все сверху у нас будут. Блин, вы можете отлететь? Ты, а где он? Ты что, дурашка? А эти сдохли летающие, блин. Ладно, неважно. Давайте, врывайтесь. Что у нас здесь происходит? Вообще лютое сражение. А вот эти лошпеды где? Блин, они забираются. Зачем я их послал на стену? И вот эти тупо забираются, вот эти тупо забираются. Блин, а вы можете спуститься? Я передумал. Просто это так бессмысленно. Блин. Жестко. Вы. Бегите вот сюда. Почему вы стоите? Заходите. Не стесняйтесь. Блин, вот эти у меня сдохнут, да? Но это зомбаки глупые. Вот эти у меня сражаются здесь. Господин, вражеский полководец умер, проклиная ваше имя. Отправьте его армию вслед за ним. Каждую армию возглавляет лорд, воодушевляющий ее бойцов с помощью многочисленных уникальных способностей. Вот это что такое? Пищение души. Это мы у врагов хотя бы похищаем? А вот здесь лорд дерется, да? А, вон он. Это просто армия вонючих лошпедов. Так, вы сражаетесь как-то плохо, вот что я могу сказать. Вы, идите сюда. А что, это захват территории будет?
Тогда бегите. Где их лорд? Он наверху стоит? Вот флаг. Почему вы, во-первых, не бежите? Во-вторых, я передумал. Забирайтесь обратно. Они с обратной стороны это что ли будут делать? Тоже забирайся. Все забирайтесь, а ты, лох. Беги. Посмотрим, что это даст. Это наш мужик пришел, да? Что это вообще дает? Похищение души. Что это значит? Это же, по сути, уже дохлые мертвецы. Какая душа? Отряд полностью уничтожен. Мой? Но вот это чудовище же не смогло бы забраться наверх. Вы что, больные? Деритесь. Вот эти просто стоят. Машут непонятно где. Своими мечами. Вы что, дурные? Давайте, давайте. Мы их сейчас загасим по полной программе. Все в атаку. Блин, они не могли где-нибудь в другом месте забраться. Мы можем здесь какую-нибудь дырку просверлить? Почему у него в этот раз другие способности вообще? А вот этого кто бьет? Ему здесь не сладко тоже приходится. Он еще весь такой кровавый. Но он вроде как побеждает этих летучих мышей. Вот у этих скелетов дела плохо обстоят. Но они теперь победили. О, мы победили, да? Победа в этом бою обошлась вам слишком дорого. Заслуживаете ли вы звание победителя? Сохранить повтор? Я не хочу повтор сохранять. Я потерял половину своей армии. То есть потери 409. Но у него 810 потери. Наконец-то. Оборона пала, мой господин. Теперь судьба уцелевших защитников в ваших руках. После захвата поселения на экране появляется панель итогов битвы, содержащая вариант дальнейших действий. Штраф за завоевание. Что это, общий порядок ухудшится до конца следующего хода. Нестабильная обстановка. На 3 общий порядок в провинции накладывается штраф, который уменьшается на 1 с каждым ходом, пока не достигнет нуля. Восполнение потерь 5%. Либо... А что? Что это происходит-то? Я вообще без понятия. А, вот внизу написано «Оккупировать, разграбить и занять, разорение». Разрушить. Разграбить и занять. Оккупировать. Но, блин, здесь вот эту ерунду дают. 1000. А здесь всего лишь восполнение потерь 5%. 5%? Я потерял 400 воинов. 5% это мало. Я бы на самом деле выбрал вот это. Или вот это вообще. Разорение. Ну, то есть я не буду занимать этот замок, да, если я просто разорю. Давай разграбить и занять. О, могучий лорд, ваши походы несут миру мрачную славу несмерти. Расширив свои владения, вы можете обратить взор на более дальние земли. На севере и западе находится империя и другие королевства людей. Там вас ждет богатая добыча.
Для каждой фракции, управляемой игроком, предусмотрены собственные условия победы в кампании, которые приводятся в окне целей. А где мои? Цель главы. Цель: оккупируйте, разграбьте, разорите или разрушите не менее двух разных поселений. А почему на данный момент всего два? Офигели. После того, как граф Манфред потерпел поражение в Хелфене, Сильвания начала приходить в упадок. Из зловещего края беспокойных мертвецов она превратилась в нелюбимое дитя Штирланда. Сейчас, когда фон Карштайн вернулся, замок Дракингфор, настало время вернуть его под власть вампиров. Погоди, где наш чувак? Как мне лорда открыть? О, вот это я тоже могу качать, да? Новая постройка. Кладбище или мрачная роща? Лютые волки, проклятые. Не топыри, не топыри. Как отсюда выйти? Сколько это стоит? Тысяча. А здесь я могу что-нибудь построить? Вот это что? Заброшенный золотой прииск. Приносимый доход 500. О, неплохо. А вот это что? Рост 20. Что за рост 20? Массовое захоронение привлекает некромантов и им подобных огромными запасами свежего материала. То есть у меня армия будет расти на 20? Ну, давай построим лучше... Вот это что? Да, блин! Оказывается, я и вот это могу строить. Приносимый доход 100, общий порядок плюс 1. Скверна вампиров плюс 3. Ладно, давай лучше пассивный доход себе устроим, чтобы на других землях тоже можно было что-нибудь строить. Все, супер. Где этот чувак стоит? Дойдешь до сюда? Кстати, надо нанять ему новых воинов. Для найма отрядов из местного резерва требуется постройки военной цепочки. Блин, ладно, давай конец хода, наверное, да? Не, их нереально много, блин. Ты чё, обалдел? Мой господин, враги вторглись на ваши земли и убивают мирных жителей. Собирайте армию, пусть они дорого заплатят за свою дерзость. Налет, и армия может грабить вражеские территории, перейдя в режим налета. Это приносит доход и ослабляет противника. Мой господин, в этой провинции возникли проблемы с послушанием. Местные жители недовольны вашей властью. Усмирите их, чтобы предотвратить бунт. Общественный порядок в провинции зависит от того, насколько ее население довольно жизнью или подавлено репрессиями. Что за бред? Там же жила нежить. Они же тупые. Его нужно контролировать, чтобы не допустить бунтов. И дальше налет. Так, Либер... Некрономика. Мы прокачали. Содержание минус 10 для упырей и ужасов из склепа. Для упырей и ужасов из склепа. Шесть ходов, блин. Давай качнем. Не зря же мы прокачивали эту ерундовую книгу.
Лютые волки. Нанимаем, нанимаем. Давай еще нанимаем, нанимаем. И иди вот сюда. Ты что, дурак? А, вот, надо вот сюда наводить, да? Почему я не могу ходить? Может мне кто-нибудь объяснить, почему я не могу ходить? Потому что я воинов себе нанимаю. А могу я еще одного лорда себе сделать? А вдруг он сейчас нападет на мой замок? Не, он отступил. Вы могли бы увеличить свою военную мощь, создав новую армию с лордом во главе. Это позволит открыть второй фронт. Вот, о чем я говорил. С помощью панели найма и лордов вы можете создавать новые армии для войны на несколько фронтах. Нескольких. Во главе каждой армии необходимо поставить лорда. Поселение, нанять лорда. Так, награды, темные магии. А я могу здесь дипломатические отношения, что ли, налаживать с какой-то фракцией? Братья вне смерти просят нас ослабить врага, совершив налет на его военные запасы. Если мы это сделаем, они окажутся у нас в долгу. Погодите. Нанять лорда где? С помощью панели найма лордов. Найма лордов. Вот, нанять лорда, правильно? Уродливый шрам. Дисциплина противника минус 3. Тупость. Усиление натиска. Обаятельность. Эти у меня закрыты. Ну пусть будет вот этот. Обаятельность. Или тупость. Пусть будет тупость. Нанять. Иди. Мой господин, назначенный вами лорд, возглавил новую армию. Осталось только отдать приказ. У него такая будет себе армия посредственная. Чисто пока дефать территорию. Блин, а я могу на всю карту взглянуть? Ничего себе. Ну, то есть, вот, надо орков, ой, орков, блин, гномов захватить. И будет зашибись. Вообще, ладно, вот такая вот игра. Неплохая, мне она понравилась, я обязательно поиграю в нее еще. Пока что на этом можно закончить, поэтому пока.